Тем временем Банк Японии впервые за 17 лет повысил базовую ставку. Последние годы она фактически была на отрицательном уровне. Теперь коммерческим банкам стало выгоднее держать активы в Центробанке. Краткосрочная процентная ставка по депозитам будет в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. Причиной такого решения стал устойчивый рост заработной платы и повышение доходов населения. Таким образом, страна движется к сохранению инфляции в пределах 2%. Отмечу, до этого дня Япония оставалась практически единственной страной с отрицательной процентной ставкой.